Ну вот, друзья, сегодня мы отрыбачили. В общем, 15 января 2020 года. Ребятули. Фишерман Хунтер провел рыбалку. Проверка, короче, подставушек на налима. Ой, полная кружка вышла, кофе. Ну, в общем, 54 ловушки проверил. Вру, 53. Потому что у меня одна вмершая. Забыл скинуть. Вот. И сегодня у меня результатик. Думаю, так вот будет видно. Блин, что-то у меня руки в нескольких местах кровь разбил. Ну вот, короче, второй налим попался. Вот это, который второй был. Вот такой вот нормальный налимчик. Так вот, если сапогом мерить. Ну, друзья, видите, выше колена, вот настолько. Вот колено, а вот сюда. Вот первый, который попался. Кстати, второй побольше, чем первый. Видите, вот такой вот тоже. Ну вот. Смотри, сейчас мы их оглушим. Второй побольше, друзья. Видали по спине? Поболее. Второй попался. Ну вот они. Это второй, это первый. Второй подлиннее. Вот. Так, ну что, попьем сейчас чай. И побежим домой, друзья. Сегодня у нас рыбалочка удалась, ребятки. Вот таких два монстрика поймали. Надеюсь, видно, вот так лежат они. Два крокодила. Каких-то таких вот. Фух. Тащились тоже нормально. Мне понравилось, как я их вытаскивал. Ну вот, за 15 дней попалось два. На двух не было живков. Так, не было. И один крючок сломанный. Вру, два. Два сломанных крючка. Так, ребята. Так, и чё? Чё я хотел ещё сказать? А, вот за вот это время, за две недели... Не попадалось, я думаю, могло бы больше попасть, но потому что, наверное, ерши дохлые, сдыхают. Я когда ставил, они тоже неактивные были, 31 декабря было, ходил. Одного налима тогда я поймал на кило 800. Вот. Ну, вот такой лайк ставьте, друзья. Спасибо вам за то, что посмотрели видео. Как-то так. Сейчас вот быстренько кофе допью и газую по-быстрому домой. Прям быстро. Жена меня ругать будет сегодня, скажет. Ты чё так долго? Я обещал 12, а сейчас уже почти час. Где-то без 10, может, без 5. Ну, короче, я же задержался, потому что у меня проволока утонула. И без проволоки мне вообще оттас. Я целый час, наверное, ходил. Искал палки эти, блин. Пока нашел. Пока научился ими вытаскивать. Сначала я одной пытался. Руку засовывал, вы видели. А потом, короче, придумал второй крючок. Берешь, чтобы руку не засовывать, и вторым крючком подтягиваешь. Вот как-то так, ребятуля. Ребятушечки мои. О, ну сейчас надо будет сфотографироваться. Сфотографируемся сейчас. Ой. Всем пока, друзьяшки.